В светлый христианский праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в столице Донецкой Народной Республики состоялось значимое событие для каждого верующего гражданина – торжественное открытие памятника Владимиру Великому. Расположилась скульптура, подаренная жителям республики меценатами из Российской Федерации перед Свято-Владимирским храмом. Протоиерей Георгий Гончаренко добавил, что сегодня состоялось освящение деяния рукотворного, которое отныне предстанет перед верующими как икона. Каждый житель ДНР сможет помолиться Владимиру Великому, придя к его памятнику. Сегодня замечательное событие в богоспасаемом городе Донецке – освящение памятника святаго равноапостольного князя Владимира, просветителя Святой Руси. Сегодня мы будем молиться Богу о том, чтобы всемилостивый Господь ниспослал благодать на дело творения рук человеческих, верующих людей, с праздником Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Дева Мария в Назарете получила благословение от Архангела Гавриила о том, что она зачнет сына во своем чреве и принесет в мир, родит в мир Спасителя мира. Сегодня в этот праздник пусть каждый человек, кто верит в Бога, кто надеется на благодатную помощь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, также услышит в своем сердце благую весть о том, что Господь пошлет нашей земле долгожданный мир. Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с большим христианским праздником, Благовещением и наступающей Пасхой. Божьей благодати, благословения, мира в наших душах и над нашими головами. Говоря о самом памятнике, стоит отметить, что фигура князя Владимира выполнена в полный рост и расположена на высоком постаменте, на котором установлено 4 барельефа с фрагментами жития Владимира Великого. На первом барельефе надпись «Святой равноапостольный великий князь Владимир». На втором изображено крещение князя, на третьем – поход на Корсунь. И на четвертом барельефе – крещение Руси. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ.